Всем салют, друзья! Вы на канале Кексович. Привет, друзья! Кексович с вами. Нас вышло обновление в Animal Simulator. Руди, вот эта зверушка, это же Цербер. Да, друзья, смотри, какой он классный. У него даже на лапках есть оковы. Смотри, какой у него глаз, у него шрам. Милые пёчки, конечно. Представляешь, если бы у меня было 3 головы. Ты бы вообще не замолкал. Да что, весело. И всего лишь 3% вероятности выпадения его. Он очень редкий. Там что, 100 тирексов надо убить? А еще посмотри, какие тут новые скины варанов. Боже мой, они такие красивые, посмотри. Смотри, какая красивая девочка и какой красивый мальчик. Я, слушай, вот это класс. О, 500 рубаксов стоит. Да, вижу, смотри, какой он крутой, вот эта анимация. Да, мне тоже очень нравится. Слушай, пойдем посмотрим на обновление. Пойдем. Смотри, Кексович, какая там красота, ты это видел? Сердечки какие-то. Да, там фонтан, смотри, какая красота. А что такая красота вообще? Что за праздник-то? Так, Кексович, я знаю, что нам нужно сделать. Что? Нам нужно с тобой купить эти скины и тогда посмотреть все. Давай купим. Кого мы купим, Кексович? Не знаю. Я как девочка хочу вот этого красивого, смотри, какой он милашка. А я как мальчик хочу вон того крутого. Да, он на самом деле очень крутой, конечно. Короче, берем его, да? Какой у него хвост, он неоновый просто. Как питомец в адопт-ми какой-то. Да, крутой был бы питомчик, конечно. Так, друзья, теперь можно рассмотреть все досконально здесь. Что тут у нас? Я так понимаю, это посвящено ко дню Святому Валентину, да? О, точно, Руди, теперь все сходится. 14 февраля, чуть не скоро. Ну, может быть, скоро на самом-то деле. Какая локация? Вот это фонтан, а там это зона для свадьбы, что ли? Что это такое? А где свадьба, так кто женится? Итак, друзья, мы поняли, заплатив один раз, мы купили все скины. Я об этом не знала, потому что мы никогда не покупали здесь зверушек. Какая она красивая, посмотрите. Просто няшная. Смотрите, какие сердечки идут. Ну да, красивая девчуля варан. Смотрите, как она в этом фонтане розовом. Ну просто принцесса, да? Да, прикольненькая такая. Но мне все равно больше что-то нравится. Ух, смотрите, как прыгает она. Конечно, варанчики тяжело на самом деле прыгают. Ух ты, смотри. Можно здесь сидеть и прокачивать свою силу. Просто красота. Очень классное обновление. Мне очень здесь нравится. И самое главное, что здесь растет сила, да? Вот в этой зоне растет сила. И наш последний скинчик, это вот этот вот обалденный варан. Он мне напоминает какой-то тортик, помазанный шоколадом. Или пончик, или мне пора обедать. Да, Кексович, смотри, какой он красный, яркий. Он не так смотрелся, когда где продавался. Ну-ка, как ты у нас смотришься в бассейне? Красавчик. Так, пойдем на свадьбу, посмотрим, что у нас тут. Гости еще не пришли, а банкет будет. Здесь вообще кормить будут, не пойму, что-то я. Да, друзья, скины очень обалденные, обновление классное, но меня больше всего интересует Цербер. Цербер, да. Это сколько раз нужно убить Тирекса, чтобы попался этот классный скин? Итак, друзья, напишите нам в комментариях, кому, когда попадется Цербер. Это очень интересно на самом деле. Сколько раз вы убили этого Тирекса? Да, точно. Мы тоже будем на него зарабатывать, и когда наконец-то заработаем, снимем видосик, да, Руди? Да. Постараемся, и если он нам, конечно, попадется. Друзья, так что пишите, если он вам уже попался. Кстати, представляешь, если он уже кому-то попался. Да вообще. И, кстати, да, не забываем ставить нам лайкосики и подписаться, кто не подписан еще. Так что всем пока, друзья. Пока-пока.